Бывший муж популярной украинской певицы Ани Лорак, которая сейчас работает в России, Мурат Налчаджиоглу, с головой углубился в отношения со своей новой девушкой Лилией. Видимо, в их отношениях появился новый виток, и мужчина сделал своей возлюбленной предложение. Что это? Настоящая новая любовь или желание позлить бывшую жену, чтобы та видела, кого потеряла? Подписывайтесь на YouTube-канал «Одна минута» и смотрите видео о том, как певица Ани Лорак сделала свое имя и через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы стать знаменитой. Поехали! Лилия, именно так зовут новую девушку Мурата Налчаджиоглу, готовится взять его фамилию. Это стало известно по фотографии, которую девушка опубликовала накануне. Она показала, как любимый держит ее руку, на безымянном пальце которой красуется яркое кольцо с большим белым бриллиантом. Судя по инстаграм-профилю Мурата, он сейчас находится в Турции, но уже вылетает в Украину. Видимо, в такой романтической обстановке отдыха и атмосферы курорта Мурат решился во второй раз попробовать создать семью. Видимо, Лилия сказала «да», раз выложила такое радостное фото на всеобщее обозрение и обсуждение. Сама Ани Лорак пока что не комментировала ничего по поводу того, что ее бывший муж женится, и не поздравила молодых. Дата свадьбы пока неизвестна. Следует отметить, что многие поклонники надеялись на воссоединение Мурата Налчаджиоглу с украинской певицей Ани Лорак тогда, когда артистка объявила, простила измену своему мужу. Напомним, что до 2018 года со стороны брак Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу выглядел идеальным. Супруги воспитывали дочь Софию, делились совместными снимками в соцсетях, вместе проводили отпуск. Однако в 2018 году в сети опубликовали видео, на котором запечатлена измена Мурата. Пока Ани Лорак выступала на концертах, ее муж зажигал в одном из киевских караоке-баров. На эксклюзивных кадрах было видно, как Мурат обнимает девушку, поглаживает внутреннюю часть бедра и шепчет что-то на ухо. Спустя время пара вместе уехала из клуба. После развода пару объединяла дочь София, которой мама не запрещала общаться с родным отцом. Но, видимо, прощение – это лишь формальность на пути к взаимопониманию в воспитании общей дочери Сони. А на самом деле у Мурата уже давным-давно другая женщина. А теперь он готовится создать с ней семью. Что же известно о той, кто пришла на смену Ани Лорак? Лилия – именно так зовут новую возлюбленную бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу. Девушка – мастер макияжа в Киеве, хотя до этого жила в городе Запорожье. Отметим, что сколько точно длятся отношения Мурата и Лилии, сказать сложно. Однако представил мужчина свою возлюбленную на публику летом 2020 года, в день своего рождения, когда ему исполнилось 43 года. Как Лилия общается с дочерью Мурата Налчаджиоглу от первого брака Софией, неизвестно. Но Мурат часто берет свою наследницу на совместный отдых с возлюбленной. А вот с дочерью Лилии турецкий мужчина практически сразу нашел общий язык, что сделало влюбленных на одну ступень ближе друг к другу. Лилия ведет активно свой профиль в Instagram, по которому можно понять, она стройная, привлекательная, любит яркую, дорогую одежду, красивые фотосессии. А еще не отказывается от бьюти-процедур, при помощи которых сделала себе такие объемные губы. Некоторые фанаты поговаривают, что ради бывшего мужа Ани Лорак новая пассия не побоялась лечь под нож хирурга, изменив свое лицо к стандартам турецкого бизнесмена. В комментариях фанаты Лилии писали, что она якобы пытается быть максимально похожей на Ани Лорак, чтобы Мурат даже не думал о возвращении к бывшей жене. А некоторые интернет-пользователи и вовсе пошутили о том,
что Лилия с Каролиной делят одного пластического врача на двоих. Так ли это на самом деле, остается лишь предполагать. А как вы считаете, похожа ли невеста Мурата Налчаджиоглу Лилия на его бывшую жену Ани Лорак? Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Одна минута» и смотрите новые видео о ваших любимых звездах. Например, недавно у нас вышел сюжет о том, как Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих детей с 8-летием.